Zombie apocalypse. Всем привет, с вами Стес, и это уже хрен знает какая часть по Save the Light, но вот портировали Unleash the Light на Switch, я бы хотел его начать проходить, но Save the Light еще не завершен. Я совсем не помню, на чем мы там остановились, сколько квестов прошли. Я уже даже разучился играть. Ну вот в этом сохранении мы были. Так, у нас тут есть секретная локация, но для нее нам нужна вот эта штука и еще прокачка перчатки гранат. Я не знаю, скрафченная она у нас или нет уже. Нет, еще. А, я вспомнил. Мы собирались пойти уже в следующую локацию. Ягодное поле боя. Так, я уже, походу, один сундук сейчас найду. Да, вот он. Я вроде еще поиграл вне записи на этом сохранении и попрокачивался. Так. Но я все еще умею делать идеальные защиты. Я уже забываю нажимать на А, чтобы сделать свой ход, потому что в Unleash the Light переиграл. Вот опять чуть не забыл нажать А. Он сейчас сам сдохнет, даже ничего делать не надо. Вот так будет слышно лучше. Опа, пасхалочка. А у нас уже есть значок этот медленного восстановления. А, он на Греге. Ничего тут больше нету. Блин, вот будет круто, когда откроется значок быстрого бега. Нет.
Да. Я помню, что этот уровень очень длинный. Его, наверное, хватит на одну серию. Даже слишком мани. Надо здесь все обыскать. Но прежде всего, я пойду вот сюда. Не нужно туда идти за гранат, потому что я помню там в конце камень, который надо разбить. Блин, в игры по Стивену удобно играть, потому что не обязательно рукой весь свитч обхватывать, чтобы нажать на нужные кнопки. Хе-хе. Так, ну мы еще вроде не видели, что вон там дальше находится по этой дорожке. Господи. Мне кажется, в этой локации как-то лагает. Ха-ха-ха. У нее вот это лечащее поле каждый раз, когда ее бьют. Здесь реально маленький FPS. Я из-за этого не могу попасть в тайминг. Вот опять не попал. Ах ты дрянь мелкая. Вот во всех частях Стивен может делать сколько угодно пузырей, а в Unleash the Light он может сделать максимум 2 пузыря. Попал в этот раз идеально. Так и Стивен добьет. Добил. Надо сначала добить всех и потом приниматься за того с флагом. Он не может мне заблокировать способность щита, потому что это не какой-то удар, а просто защита. А она ему будет урон наносить каждый раз. Вот это тактика. Если она будет работать.
Но у меня недостаточно быстро шкала восстанавливается для этого. Тем более он один остался, сейчас меня заспамит. Сейчас он заблокирует эту способность. Ну вот. Он слишком мало был в отключке. У меня сейчас лаг начался именно в тот момент, когда мне нужно было защититься. Что за подстава? Вот. Потом мне еще придется сферы гриндить, но этого я уже не буду записывать. Так, а если еще назад пойти, есть что-нибудь здесь? Нету. Так. Окей, весь вольфрам собран. Но мы же еще не все видели в этой локации. Тут много фиолетовых вот этих есть. Обошел врагов. Грег, ты что там забыл вообще? Как ты туда залез? Господи. Опа. А как я так прошел уже на 100%? Я думал, будет дольше. Задрали уже застревать здесь. Что с вами не так? Ну вот, я смогу теперь перчатки прокачать и найти еще одну секретку в прибрежье. Вот это, кстати, полезная штука, но денег очень жалко. Лучше не буду покупать. Все-таки надо всех поубивать, а то что, не прокачаюсь совсем. Хорошо получилось. Чисто он умрет сам. Но он успел ему дать баф. А я не защитился.
А насколько Сивен может сильно ударить? Но он очень мало сносит. Ебой. Как я не могу защититься. Ну, я подкоплю очков, а потом полечусь. Вот. Да, блин, постоянно забываю. Понял. У него уже очков накопилось. После идеального блока во время игры на гитаре Грег автоматически создаст дополнительный импульс текущей мелодии. Ну, можно это пока вкачивать. Слеза розы. И там уже выход к следующей локации. А здесь есть что? Конечно, здесь еще враги. Нет. Тварь такая. Планшетом тебе в лицо. Еще. И еще. Бриллиант ли? Так, может на кого-то щит поставить? Я угадал. Так. И сделаю что-нибудь с Грегом, а то он что-то ничего не делает. Да ты задрал. Перри.
Как ты посмел? А здесь я был. Да, это то место. Значит, вот это вот будет последний бой на уровне. Ну, надо определенно сначала сбивать щит у вот этого вот. Шикарно. Вот в Save the Light лучше командные способности оставлять на потом, потому что эти взаимоотношения долго восстанавливаются, а в Unleash the Light это происходит за минуты. Ты задрал. Грега за что? Я могу ему мелодию исцеления сделать ему. Он же сейчас сдох. Ха, я угадал. Надеюсь, вы меня слышите, а то игра кажется очень громкая. И сейчас он тоже сдохнет. Вот. Да блин. Так вот это что? Дает способность ремонт. Но прокачаю это пока что. Стоять. А, ты задувачка. Ладно, следующая локация. Мы сейчас еще сходим в кузницу, прокачаем перчатки. А в следующей части я, наверное, пройду секретную локацию. Надо портал только найти.
Это было долго. Портал где? Мне не дадут портал, чтобы выйти отсюда. О, секретная штуковина. Ну, нам, видимо, чтобы найти портал, придется подраться здесь. Ну, блин. Как я идеально это сделал. А птица еще не собирается нападать. Это хорошо. Да, не собирается она нападать. Но гора как-то очень далеко от всех остальных. Он еще и прекратил это делать. Ладно. Лучше приманить всех на гранат. А все остальные полечатся. Способность приманки-то слетела. Ну вот хотя бы птицу приманю, а Грег пусть там лечится. Ты задрала. У меня не настолько быстро очки восстанавливаются, ссаная птица. Она буквально через каждые 2 секунды атакует, я сейчас сдохну. Ты задрала уже, тварь. Она сейчас всех подряд будет бить, потому что способность слетела. Нет, не позволю. Да ты задрала, сколько можно это делать? У меня нет очков. Если она зарядится, нам всем капец. Фух. Так, а тут чё? Сундук. Так. Стивен, твою маковку.
Вольфрам добыт. Где портал? Дайте мне портал. Я за эту серию уже не успею пройти эту локацию. Или успею. Тут нужен ключ. Так. Ну, давайте пройдем уже. Сделаю большую серию. Надо сначала разрушить вот эту штуку огромную. Ну не, тварь. Нужно больше очков. И давайте совместку. Прикольно получилось. Да, очень прикольно. Задрали. Я только начал лечиться. Надо еще и Стивена вырубили. Теперь я лечиться не могу. Только при помощи Грега. О, Стивен восстановился как-то очень быстро. Я еще всех отличил. А я его перед уткой задолблю. Как я промазал? Я нажал. Почему не нажалось? Оно так долго восстанавливается. Наконец-то. Я нажал! Почему не работает кнопка? Ты игра лагает, что ли? Да, эта игра лагает, поэтому надо заранее бить. Задержка очень маленькая, но в этой игре она пипец как заметна. Ну все, я уже сейчас добью Стивеном. Так, вот здесь понадобится вставить что-то. Здесь нужен ключ. О, вот же это. Я вижу тебя. Не спрячешься.
И тут как раз был вот этот кубик. Я заметил, что в игре, если сначала всех убить, а потом решать головоломки, некоторые головоломки станут нерешаемыми. Ну, в этом случае я, когда в первый раз увидел эту палку, спрятанную за кустами, я подумал, что это для того, чтобы построить дальше там мост. И оказалось, это не так. Пришлось рестартать уровень. Ну, ключ теперь есть. Да. Тут еще перед тем, как открывать двери, нужно обязательно убивать всех врагов, иначе враги забагают игру, пока ты открываешь дверь. Да, уже сейчас будет 40 минут. Хе-хе. Разработчики не ждали, что я догадаюсь. А я хитрая скотина. Так, что тут у нас? Одна большая палка. О, я вижу, там можно пролезть. Отлично, мы собрали весь вольфрам на этой территории, переходим к следующей. Ну, ё-моё. Сначала нужно мостик построить на следующий уровень. Куда? Я чуть не обосрался. Ладно. Надо как-то эту железку оттащить через эти шипы. Окей. Куда? Я чуть не грохнулся. Не надо так больше. Так, а где третий куб? А вот он где. Ебой. Все. Последняя битва, и я прошел. Нифига тут огромная птичка. А я ее могу скинуть с обрыва, пожалуйста? Я очень хотел бы. Я могу ее, походу, с обрыва скинуть. Ебой.
Чё за подстава? Ты Грега не трогай. Вот. Шлагримся тут. Так, ну... Этого я должен скинуть... Надо только Грега подлечить. Я перфекционист. А я его и так убил. Если выполнить идеальный блок, то он сможет с вероятностью какой-то... А с вероятностью 10% получить бесплатный пузырь. И я могу ему урон прокачать. Так, это чё? Если союзники находятся в радиусе приманки, тогда они восполняют здоровье. Если у него мало здоровья, наносит удачные удары. Повышает дальность действия приманки. Ну, что то херня, что эта херня. Я даже не знаю, что прокачивать из этого. Ну, пока что... Подкачаю защиту. Я же... Мне не надо было переходить на следующую локацию. Надо было пойти через портал в Куинесу Бисмут переместиться. Хоть бы портал рядом был, господи. Хоть бы портал рядом был. Так, это кратер. А портал где? Мне нужен чертов портал. Я не хочу на этой локации задерживаться. Где портал, бля? Господи. Так где портал? Сколько мне нужно здесь места обшарить, чтобы найти портал? О, вот это я Рональду могу отдать. Улетный меч. О, вон и портал. У меня видео на какой-то отметке автоматически перестают сниматься. Я не знаю, как это выключить. Ну, во время окончания съемки... Звук происходит, поэтому я могу догадаться, когда опять нажать на кнопку. Сейчас прокачаем перчатки и миссии в прибрежье повыполняем. Не могу я пройти мимо монет.
Все, я теперь могу вот там справа открыть секретку при помощи новых перчаток гранат. И в следующей серии мы будем проходить секретный уровень, который открывается также при помощи этих перчаток. Кто говорит, что значок парашюта для умственно отсталых, тот сам таким и является. Я вообще считаю, что значок парашюта — это самая нужная вещь в игре. Так, я все собрал здесь. Время идти в прибрежье. Тут есть способ, кстати, залезть на эту гору и сократить сюжет, сразу перейти ближе к финальному боссу. Но мы этим не будем пользоваться. Тем более я не знаю, как это делается. Все, сейчас надо квесты повыполнять все. А я уже выполнил тот квест. Ну, раз этого квеста нет у меня в инвентаре, значит, я его уже выполнил. Значок ярости. И надо отдать этот меч Рональдо. Он мне за это тоже даст награду. Рональдо, угадай, что у меня для тебя есть? Неужели ты нашел доказательство существования темной параллельной вселенной, населенной созданиями, которые не видны простым смертным? Не, чё покороче нашел? Улетный меч. Он еще лучше того меча из аниме, на который я потратил все свои сбережения. Ой, я прошел прибрежье на 100%. Ё-моё. Мне еще нужно эти жетоны Бальтрона потратить, а то что они у меня лежат без дела. Звездный фрукт. Бутылка слез розы. А, я только похвалу за один жетон получил. Так, счастливая корона. Повышает удачу на короткое время. В
общем, закончу на этом эту серию. Она уже очень долгая, в 1 час. Ну, да. Когда я в монтаже добавлю еще интро и аутро, будет дольше. Надеюсь, оно у меня зарендерится без ошибок. Потому что у меня обычно не хочет рендериться видео, которое очень долгое. В Power Directory на телефоне. Ну, теперь мы знаем, что возвращаться в прибрежье больше нет смысла. Теперь я в конце серии буду просто телепортироваться в дом. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока. Have you ever had a dream that you had you could do so much you could do anything. Booga booga! You just got spooked!